В Киеве в понедельник прошла встреча президента Украины Петра Порошенко и помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Виктории Нуланд. Порошенко подчеркнул, что для мирного урегулирования нужно в первую очередь перекрыть границу между Украиной и Россией. «Мы считаем, — сказал он, — что без закрытия границы, без восстановления над ней украинского контроля, прекращение конфликта будет невозможно. Суверенная граница — это ключевой элемент суверенного государства». Нуланд отметила заслуги Порошенко в достижении перемирия в Донбассе, где по большей части соблюдается режим прекращения огня. Исключение составляет район Донецкого аэропорта, бои за который разгорелись на прошлой неделе.